Имя Екатерины Никитиной вписано золотыми буквами в историю не только Ульяновской области, но и всей России. Сегодня о легендарном педагоге по-прежнему говорят с восхищением и гордостью. Выпускники Екатерины Ивановны вспоминают, как на каждой лекции профессора кафедры русского языка ОГПУ царила особая атмосфера. Урок представлял собой развернутую экспозицию наглядных пособий, а потому и Всероссийский форум личности текст в образовании 21 века организован в подобном формате, построен на обратной связи педагогов и студентов. Это мероприятие действительно важное не только для Ульяновской области, но и для всей страны. И я думаю, что сегодня именно последователи продолжают ее дело. Ну и, конечно, все учителя, те, которые знали Екатерину Ивановну, и те, которые работали по ее учебникам. Форум традиционно проходит на площадке Ульяновского государственного педагогического университета, где сначала училась, а потом и преподавала Екатерина Никитина. Открыли памятное для страны событие пленарным заседанием. Это первый элемент научно-практической конференции «Языковая личность и текст». Среди выступающих студенты Екатерины Ивановны. К юбилею Екатерины Ивановны Никитиной я написала статью в «Русский язык в школе». Это большой общероссийский ваковский журнал. «Практическая методика Екатерины Ивановны Никитиной». В принципе, свои мысли о том, о вкладе Екатерины Ивановны в методику преподавания русского языка, российскую, может быть, даже не только российскую, я рассказала как раз в этой статье. И сегодня хотела поделиться этими мыслями. К выступлениям профессора готовились с особым трепетом. Старались держать высоко заданную Екатериной Ивановной планку. Сухим фактом предпочитали интерактивный формат с наглядными примерами. Такая информация лучше воспринимается студентами, а за их знаниями – будущее всей страны. Мы должны с вами нести ответственность за тот язык, на котором мы разговариваем, тот язык, на котором мы пишем, тот язык, который мы в настоящее время продвигаем во всем мире. Форум рассчитан на 2 дня. Первый посвящен научно-методическим и практическим конференциям. На них эксперты рассмотрят современные подходы к преподаванию русского языка, работу с текстом, актуальные проблемы современного языкознания и проблемы литературоведения. Завершится событие открытой лекции для студентов и методическим семинаром для учителей-словесников. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда ТВ.